Всем привет! Мы начинаем вебинар. У нас сегодня будет очень интересная тема. Тема «Здоровое тело без таблеток». Сейчас я сделаю фотку, что мы с вами начали. Итак, всех приветствую, кто пришел. Отлично, да. Давайте познакомимся. Меня зовут Наталья Иващенко. Я тренер с 20-летним стажем. Я работаю в спорткомплексах Брюсселя. И я мама троих деток, жена одного. И я аромапрактик. И сегодня у нас тема про наше любимое тело. Тело, которое нам дается один раз на всю жизнь, и о котором мы должны заботиться, лелеять его, любить его. Сегодня один из лайфхаков, как можно помочь своему телу с эфирными маслами. Дальше, Гульмир. Следующий слайд. Итак. Я сегодня расскажу о моей любимой теме. Это тема гамма Deep Blue. Эта гамма как раз-таки была создана для тех, кто занимается спортом, но не только. Потому что эта гамма, она работает на наше физическое тело. То есть все задачи с воспалениями, которые у нас связаны снаружи или снутри, эта гамма нам прекрасно помогает. Я по своему опыту могу сказать, что раньше я в моей спортивной сумке всегда было два спрея. Один согревающий, один охлаждающий, потому что во время занятий не знаю, что может случиться с моими занимающимися, да, как бы я за них отвечаю целый час. Вот, сейчас у меня в сумочке лежит мой супер волшебный крем, вот вы его видите, вот тюбик такой синенький. И я с ним могу уже помочь сразу же в моменте человеку, который вывернул щиколотку, или у которого болит бедро, или который пришел после силовых вчерашних тренировок и не может вообще разогнуться, у него крепатура, и он сразу же в моменте может использовать, и результат, эффект будет мгновенный. Что же делает наша гамма Deep Blue? Она снижает суставные боли, она снижает мышечные боли, она расслабляет и она снимает отечности ног и рук. То есть это не только для спортсменов, как я сказала, это и для тех, у кого есть задачи с коленями, с суставами. Допустим, человек сидит долго перед компьютером, и у него откладываются, знаете, такие в шейном отделе позвоночника, такие узлы мышечные, и там такое давление получается, да, и вот если у вас работа такая, вам это актуально, то вам необходимо просто приобрести вот этот крем или смесь, и вы увидите результат вот сразу же, эффект будет сразу же. Пойдем дальше. Угу, спасибо. Итак, свойства нашей гаммы Deep Blue. Они охлаждают и согревают. То есть охлаждение нам нужно для мышечной массы, допустим, да, и для, в принципе, и для суставов. И согревание нам нужно для костей, для костной ткани. Смотрите, Дотера придумала несколько вариантов Deep Blue. В этой гамме есть несколько вариантов. То есть есть смесь, да, чистая смесь, не разбавленная базовым маслом. Есть роллер, он уже разбавлен с базовым маслом, то есть его очень удобно с собой носить, где-то потянули, где-то растянули, где-то намазать шейный отдел, да. Очень удобно, он уже разбавлен с базовым маслом. Есть крем, который очень удобно наносить на большую территорию вашего тела. Допустим, это если это после тренировок нанести на переднюю поверхность бедра для того, чтобы снять крепатуру, да, или, допустим, у вас болит спина, намазать на спину тоже большую территорию для того, чтобы охватить, конечно, лучше использовать, удобнее использовать крем.
И есть капсулы. Капсулы – это вообще песня. Это моя любовь. Благодаря этим капсулам тоже я вам расскажу о своем личном опыте применения и какую задачу я решила с этими капсулами и с кремом. Вот, и капсулы мы принимаем вовнутрь, то есть всю гамму мы не принимаем вовнутрь, кроме капсул, капсулы мы принимаем вовнутрь. Поехали дальше. Что же входит в наши крема, в наш состав, в нашу смесь? Туда входит грушанка, камфора, это горячие масла. Почему мы не используем масло вовнутрь? По идее, вы слышали сегодня уже вебинар Гульмиры, она рассказывала, что наши масла, некоторые, можно использовать вовнутрь, но только не эти. Эту смесь мы не используем вовнутрь, только внешнее нанесение, потому что там есть горячие масла. Итак, грушанка, камфора – это горячие масла, они согревают нашу мышечную ткань. Перечная мята – это холодное масло. И там ментолы очень сильные, они как раз-таки охлаждают и костную ткань, и суставы, и сухожилия. Иланг-иланг – бессмертник, голубая пижма, голубая ромашка и османтус. И вот эта синергия всех этих масел дает невероятный результат на наше физическое тело, на расслабление, на включение лимфы, потому что там горячие масла тоже есть, да, когда горячие масла, у нас включается тоже лимфа, вот. А если взять, допустим, капсулы, вот я вам показала на картинке капсулы, туда у нас входят куркума, это издревле использовали эту траву для решения задач именно костей, суставов и сухожилий. Вот, туда входит, значит, куркума, туда входит неэфирное масло экстракта босфелии. Босфелия – это у нас дерево, из которого добывают ладан. Туда входит экстракт босфелии, и клиническими исследованиями доказано, что именно этот экстракт, он очень хорошо работает на поддержку костных и мышечных тканей. Да? Да. Надя? Привет. У кого-то включен микрофон, выключай. Да, вот. Я продолжаю. То есть вот когда... Подожди, Гульмир, переверни еще назад. Да, вот. Когда... И на большой экран поставь, пожалуйста. Возможно, вывести на большой экран. Вот внизу, в правом внизу стрелочками. Угу. Ага, вот, да, спасибо. Вот, то есть вот эти капсулы мы можем использовать вовнутрь. Что туда входит? Еще имбирь. Имбирь также трава, корень, который мы используем для поддержания нашей физического здоровья. Да? Вот. Это их можно принимать вовнутрь, повторяю. Смесь принимать вовнутрь у нас нельзя. Окей, поехали дальше. Следующий слайд, пожалуйста. И вот мой личный пример. У меня на руке, как вы видите, была большая-большая шишка. Я не могла просто двинуть вот этим безымянным пальцем. На меня бежал мой ребенок маленький, я сразу убирала руку назад, потому что я знала, что сейчас, не дай бог, он тронет, боль была адская. Когда я пошла в больницу, мне сказали: ну что, поздравляю вас, мадам, у вас начало артрита. Я говорю: что делать? Они мне сказали, что вы должны мазать. Снаружи вы мажете, говорит, обезболивающим кремом, вовнутрь принимаете обезболивающие медикаменты. Я так для себя решила, что я этого делать не буду, потому что я человек без медикаментов. И я начала принимать гамму Диблю как раз-таки. Я снаружи наносила крем для того, чтобы снимать болевые ощущения, да, и вовнутрь я принимала вот эти капсулы. Но я еще дополнительно прошла детокс для того, чтобы снять как раз вот эти вот окислительные реакции организма, окислительную среду в нашем организме. Потому что когда у нас есть воспаление, знаете, что это окисление повышенное. То есть у нас должен быть такой одинаковый уровень щелочного и окислительной сферы. То есть мы должны постоянно придерживаться, чтобы они были в одном уровне. Но если окисление организма зашкаливает,
то начинаются воспалительные реакции. Это я как тренер уже знаю, поэтому я себе, для себя решила, что я пройду детокс, снижу вот эту, снизю окислительную среду в организме для того, чтобы снизить все воспаления. И помимо этого вся гамма диплю мне будет в помощь. И вот смотрите на картинке внизу, у меня сейчас ни следа не осталось вообще. Хотя доктора мне пророчили, что ну что, мадам, теперь это на всю жизнь, это начало вообще дальше больше, как бы они так мне сказали. И вот от начальной стадии артрита у меня не осталось и следа. Вот, то есть у меня был очень шикарный опыт. Угу. Можно дальше. Что такое программа детокса, которую я сейчас сказала? Это у нас программа, которая длится целый месяц в закрытой группе с сопровождением профессионалов. У нас будет нутрициолог, который будет давать советы и питание, и меню, какое мы будем использовать во время детокса. У нас я буду вести в закрытой группе тренировки для того, чтобы включать лимфу, для того, чтобы выводить быстрее токсины. У нас будет тренер по йоге. Ирина Осачья, кстати, будет у вас одним из спикеров. У нас будет тренер по нейрографике, тоже один из спикеров у нас за эти 4 дня будет Юля Сухарь. У нас также будет очень полезный вебинар с пищевым психологом Натальей Губернской. У нас будет фейс-йога с Аленой, то есть такой вот комплексный подход к вашему телу, что ментально, что физически вы будете подготовлены, и плюс еще очищение вот с этими всеми БАДами и с эфирными маслами на клеточном уровне. А программа начинается с 1 по 30 апреля. Обратитесь к тому, кто вас сегодня пригласил на наш вебинар, как вы сегодня попали, через какую ссылку, через какого человека, и он вам все, в принципе, расскажет. Можно включиться в дотерра вместе вот с этим набором. И плюс еще вы получите подарок от того, что вы взяли вот такой большой набор. Там 10 дней у нас идет. Первая декада – подготовка организма. Вторая декада у нас идет очищение организма, то есть снижение вот этой вот кислой среды. И третья декада у нас идет насыщение пробиотиками, пребиотиками. То есть мы знаем, что у нас 90% иммунитета зависит от нашего кишечника. Вот как раз-таки вы закончите, когда вашу детокс-программу, ваш кишечник будет себя чувствовать, ну, не знаю, на грани фантастики. А результаты после этого детокса, ну, просто шикарнейшие. И у каждого свой личный. Вот смотрите, у меня там ушел артрит, который мне говорили, что поздравляем вас, это на всю жизнь, да. У кого-то перестали отекать ноги, кто-то начал видеть цветные сны, у кого-то энергии очень, ну, энергии и настроение — это прям вот стопроцентный результат у всех. Но дополнительные, побочные, положительные эффекты еще у кого-то свои, да, дополнительно. Кто-то теряет в килограммах, да, если кому нужно, конечно, они потеряют, потому что организм у нас такая умная машина, что если нам нужно потерять, он потеряет. И даже если вам не нужно терять, но у вас отекают ноги, это значит, у вас избыток воды, значит, у вас зашлакованы все ваши лимфоузлы. То есть у вас здесь идет именно очищение на клеточном уровне. Вы очистите кожу, органы, фильтры, почки, печень, да, то есть это вот такая комплексный подход к очищению. Если вам это заходит, если вам это актуально, раз в год обязательно нужно делать, вы присоединяйтесь. У нас будет это с 1 по 30 апреля, еще раз повторяю, и обратитесь к тому, кто вас сегодня пригласил. Идем дальше. У кого-то микрофон включен. У кого микрофон включен? Выключайте микрофон. Вот, и этот месяц, месяц март у нас, месяц подарков. Если вам актуально вот этот новый образ жизни, здоровый образ жизни, если вам интересно быть в сообществе таких же людей, таких же мамочек, женщин, которые помогают своим детям, здоровью всей своей семьи с эфирными маслами, мы вас приглашаем. И именно в этом месяце очень выгодно присоединиться к нашей
команде. Команда у нас огонь, причем огонь во всех странах у нас команды присутствуют. Поэтому неважно, в какой вы стране, мы вас ждем присоединиться к нам в команду. И в этом месяце у нас шикарные подарки. Я здесь поставила только подарки на Европу, 5 подарков, если вы присоединяетесь с большим набором «Эфирный дом». Про него вам расскажут попозже наши спикеры. Это шикарные масла, которые являются базой. С ними можно уже 90% задач со здоровьем решить всей семьи. Да? И плюс вы еще получите 5 бесплатных подарков из эмоционального набора из нашего. То есть там вот ролики, смотрите, баланс, он заземляет, адаптив, он адаптирует ситуации и мотивирует, он мотивирует. Плюс еще подарки от бриллиантового клуба, это Копайба, это масло, которое против воспалений, заживляющее, и апельсин, это природный антидепрессант, это прям солнышко в бутылочке. Вот, то есть подарки классные. Если посмотреть на подарки в Казахстане, допустим, да, или на российском рынке, там тоже крутые подарки. И, кстати, в Казахстане для новичков как раз-таки гамма Диблю. Вы присоединяетесь, и вы получаете шикарный крем и масло в подарок. Вот, поэтому думайте, в марте месяце прям вот круто присоединиться и получить все эти подарки. И, да, давай дальше. Угу, спасибо. И я хотела с вами поделиться, почему я в Дотерра. Как я попала в Дотерра и почему я продолжаю быть здесь. Я попала сюда осознанно через моего наставника Сергея Всехсвятского. Он пригласил меня. И, знаете, я сначала пришла как клиент. Когда я начала пользоваться маслами, я поняла, что есть эффект, что они действительно терапевтические, что они действительно работают. Сначала я их тестировала на занимающихся, на себе, на семье, на детях. Потом я провела беременность с эфирными маслами, отказалась от всех таблеток, потому что у меня была поздняя беременность, я 43 года родила моего последнего ребеночка, вот, и он у меня растет с маслами. И когда я увидела этот результат, я дала себе слово, что я буду делиться этим результатом, я буду говорить людям о том, что есть масла, которые вы можете помочь и себе, и семье, и детям своим, не используя медикаменты. Если вы в моменте, вот только началась у ребенка, не знаю, там температура, кашель, сопли, в моменте тут же помогли ему, не дали развиться болезни, заболеванию, то вы спокойно можете использовать все масла, которые у нас основные, да, в аптечке. И я потихонечку начала делиться. Я уже вышла на вторую стадию, то есть я перешла из клиента уже в того, кто делится. Начала подругам уже раздавать все масла, прям давала, нате, берите, попробуйте. Вот. И они тоже видели все свои результаты и начали потихонечку приходить ко мне в команду. И сейчас я строю бизнес, у меня 200 человек в команде по всему миру, это очень круто. Во-первых, я это люблю, я обожаю Дотерра, я обожаю эти масла, я обожаю продукцию, мне не стыдно ими делиться, я знаю, что обязательно каждый получит свой эффект. И я хотела вам сказать свой личный пример, что я 20 лет проработала тренером, и придя в Дотерра, я поняла, почему я в Дотерра. Сейчас я вам об этом расскажу. Гульмир, давай дальше. Итак, смотрите, у нас здесь очень крутое сообщество, то есть собираются люди по одним и тем же ценностям. Допустим, у меня ценность здоровья, ценность семья, ценность путешествия и ценность развития. Здесь вы все ценности можете раскрутить и поднять по полной программе, потому как ценности здоровья, это понятно, эфирные масла терапевтического класса чистые, они работают на наш иммунитет, да, на иммунитет нашей семьи. А ценность развития, у нас столько крутых тренингов, у нас самый крутой наставник Сергей Всехсвятский, если вы еще не знаете, кто это, напишите в гугле, кто это, посмотрите несколько его видео, и вы поймете, что это человек-легенда просто, человек с большой буквы.
И все тренинги Сергея для развития личностного роста, как себя позиционировать в бизнесе, как быть лояльным бизнесменом, да, как не навязывать свой продукт, как себя повышать вообще. И его фраза – это бизнес, ну как, удачный бизнес – это когда у нас 80% личностного роста и 20% бизнеса. Вот. И вы увидите, что у нас самые крутые тренинги для команды, они бесплатны. Также, допустим, ценность путешествия, это очень круто развивается, раскрывается, потому что по всему миру у нас есть партнеры. И по всему миру мы можем к ним приехать. У меня был случай, я приехала в Берлин в ноябре месяце, и меня просто не пустили в отель, потому что у меня не было прививки, да, хотя было все зарезервировано и все. И закон, ну, прям буквально утром об этом объявили, что обязательно нужна прививка, и я в обед прилетела в Берлин. И мне просто сказали, мы вас не пустим, потому что у вас нет прививки. В итоге я быстренько нашла своих партнеров с Дотеру в Берлине, мы встретились, и девочки меня, конечно, к себе забрали. Я говорю, как классно, я люблю наши Дотеры по всему миру, у нас есть партнеры, это ж круто. И плюс еще у вас создается стабильный доход. Вы начинаете высвобождать свое время. То есть, если вы пошли с ребенком погулять, да, или вы уехали в отпуск, ваш бизнес идет, то есть он поставлен на рельсы, и эта машина едет. Вам уже не нужно столько вкладывать времени, как, ну, физического я имею в виду, когда у вас есть уже команда. Ну, конечно, для того, чтобы строить команду, нужно сначала вложить свое время, а потом оно идет уже на рельсах, оно едет даже без вашего физического на то вмешательства. Сейчас еще расскажу, какие плюшки у нас есть в нашем бизнесе. Давай, Гульмира. Нет привязанности к территории. То есть, если у кого-то есть такая мечта жить на островах, я не знаю, да, в теплой стране или наоборот, там, где зима, холодно, и вы сидите возле камина и греетесь со своим компьютером, без проблем, то есть вы не привязаны к территории. Вы можете создавать свой бизнес, работать в своем бизнесе даже в отпуске, даже если вы уехали куда-то, даже если вы в путешествии по земному миру, по земному шару. Это первое. Дальше. Второе, что меня привлекает здесь, это... Нажимай. Это то, что у нас бесплатное обучение. То есть, как я уже сказала, все тренинги от Сергея нам в команде, они бесплатные, хотя в свое время я за них платила большие деньги, там по несколько сотен евро, не буду говорить сколько. И плюс еще от Дотеры обучение тоже для нас бесплатно. Если кто знает обучение MVAY, это очень дорогостоящее обучение, где вас учат быть бизнес-партнером. Здесь вам все дается вот так, нате, берите, есть структурированный план по шагам, алгоритм, как дойти быстро до определенных доходов и до определенного статуса. Вот, то есть здесь все логично, понятно и бесплатно. Дальше. Благотворительность. У нас есть такой, у Дотера есть фонд Helen Hands, а он помогает людям по всему миру обрести надежду, исцелиться, избавиться от нищеты, а также предоставляет малообеспеченным сообществам средства, необходимые для самостоятельного существования. Дотера строит свои заводы в странах третьего мира, то есть там, допустим, где она добывает ладан, это Сомали, это очень бедная часть африканского континента, да, и те, как сказать, племена, те сообщества людей, которые добывают ладан, они добывают его испокон веков, это передается по наследству от деда к внуку. И вот когда раньше приходили за сырьем другие компании, они брали у них ладан по самой низкой цене. Эти люди живут в бедности, дети даже у них работают на плантациях, да. Пришла когда Дотера, она принесла с собой вот эту вот миссию благотворительности. Она начала платить
фермерам ту сумму, которую они должны получать за ладан, потому что мы знаем, что ладан одно из самых сильных и одно из самых дорогостоящих масел, да, то есть оно вывело этих фермеров из нищеты, оно построило школы для детей, даже сделало водопроводы, не поверите, не было водопроводов. Вот, детей освободили от работы, стали работать только родители, да, и получать достойную заработную плату. То есть куда дотера приходит, туда она вкладывает на развитие этих регионов и помогает людям выходить из нищеты. Окей, и следующее, нет финансового потолка. Смотрите, на моем примере, я 22 года отработала в комплексах Брюсселя. У меня по 150 человек народу в залах было, да, то есть зарплата, она стабильная была, потому как я на контракте у человека, я работаю тренером, да. И когда я заговорила о повышении, он мне сказал, да, конечно, конечно, Наташа, ты же лучший тренер, конечно, повысим. И когда я увидела мою повышенную зарплату на 2 евро, я просто хохотала до слез. И я так села и задумалась, давай, Гульмира, дальше. Я села и задумалась. 22 года моей жизни, 22 года моего времени, моего, извините, здоровья и моей молодости я положила в этот зал для того, чтобы вырасти. Да, я выросла, я стала крутым тренером, но у меня нет того заработка, который бы я хотела иметь. И тут я поняла, что выше-то потолка этого стеклянного я не прыгну. Тут я начала тоже искать дополнительный доход. Но тогда я не думала, что дотера будет так круто мне помогать финансово. Сейчас я это вижу. Я вижу, что нет здесь финансового потолка. Сколько вложили, столько мы и получаем свой остаточный доход. Гульмир, дальше покажи, пожалуйста, следующий слайд. Смотрите, если... Назад. Угу. Смотрите, если бы я работала в сетевой компании уже 22 года, я бы давно уже пила коктейльчик где-нибудь там на Бали, да, и не запаривалась. Я в дотере всего один год, и вот за это время я вышла на стабильный доход 1000 евро. Это доход, который дополнительно к моему пока, к моим занятиям, как бы я продолжаю, я люблю это дело, я продолжаю их, но я уже не запариваюсь. Раньше я ходила, работала за деньги, сейчас я хожу, работаю, если мне это приятно и не доставляет никакой физической нагрузки сильной дополнительной. То есть я убрала уже свои часы в залах по максимуму, да, я стала преподавать больше частные тренировки и у меня есть своя танцевальная академия. То есть у меня сейчас полностью направлен фокус на то, чтобы развивать именно дотеру, потому что я вижу, куда я могу выйти и куда я иду, куда я живу. Вот. И следующий слайд. Сейчас, вы сами понимаете, время нестабильное. То есть даже те, у которых было все стабильно, они понимают, что вообще нифига ничего не стабильно. Если вы были раньше в очень сильной компании, вы понимаете, что все рушится, завтра не знаем, что будет. Компания дотера заявила, что она будет продолжать поставлять продукцию в дотера, в Россию, что наши партнеры в России не пострадают от сложившейся ситуации. То есть она настолько лояльна и переживает за всех своих партнеров по всему миру, что она и не идет на все вот эти вот мировые провокации и продолжает работать. Поэтому эта компания, она настолько стабильна, что у нее рост постоянно только вверх, то есть параллельно с ростом Apple она развивается вот в одной прогрессии. И когда вы приходите в такую стабильную компанию, тем более, что эфирные масла терапевтического класса, люди сейчас развернулись более к здоровью, они понимают, что таблетки, фармакология – это большой бизнес тоже, да, но это бизнес не на поддержание нашего здоровья, а наоборот, на уменьшение иммунитета, и для того, чтобы мы почаще ходили в
в аптеку за таблетками, чтобы мы давали работу нашим докторам и все остальное. Я не против докторов, но я за то, чтобы мы меньше болели и меньше с ними виделись. Вот. Поэтому если у вас есть стабильные ценности, вы хотите пользоваться маслами, вы приходите в нашу команду, приглашаем как клиентам, как тем, которые делятся, или как партнерам, в любом виде вы для себя все равно приобретете выгоду. Или в виде масел, или в виде остаточного дохода. Вот. Поэтому я вас всех приглашаю, вы обратитесь к своим, кто вас сегодня пригласил на наш вебинар, и он вам расскажет, как присоединиться к нашей команде. Мы всех ждем, мы всех любим, мы всех приветствуем и работаем вместе очень гармонично и с любовью. Вот. На этом моя презентация окончена. Если есть вопросы у кого-то, кто сегодня пришел на презентацию, задавайте. Если нет, пишите в нашем чате, который у нас создался, куда вы сейчас пришли, через какой чат вы зашли на нашу презентацию. И на все вопросы мы всегда ответим. Наташ, привет. Вот у меня есть один вопрос, я хотела задать. Спасибо большое за презентацию, и очень классно. Спасибо за информацию. Хотела узнать, вот ты сказала, что ты как год в дотере, да? А ты пришла с какой-то определенной проблемой по здоровью, или у тебя была чисто вот цель заработать? Я год в дотере как партнер по бизнесу, а с дотерой я знакома уже 4 года. То есть у меня вот этот вот, видишь, путь был долгий до партнерства. То есть я 3 года просто использовала. А уже год, как я поняла, что здесь возможности-то необыкновенные, их много. И теперь фокус внимания не только на масла, не только на здоровье всей своей семьи. Хотя за 3 года я их настолько подсадила на масла, что мы практически не ходим уже к докторам. То есть у всех у моих иммунитет очень большой. Мало того, знаете, что еще очень важно для меня тоже передать детям вот этот стиль жизни, да, здоровый стиль жизни. То есть у меня старший ребенок, она не знает, что такое пойти таблеточку взять, если голова болит. Она знает, что такое сделать бомбочку. О бомбочке сегодня рассказывала Гульмира. Она тут же спускается, сама делает себе бомбочку, и она знает, что это все поможет. Она, когда уезжала из дома, потому что переехала, она говорит: мама, аптечку мне с собой, пожалуйста, приготовь. Вот, то есть я уже им передала своим детям вот этот стиль, здоровый стиль жизни, да, а вот год уже, как я направлена, делаю и расчу свою команду лидеров, сильных лидеров по всему миру. Супер, спасибо. А дочь тоже уже зарегистрирована в дотере? Или конечно, как? Конечно, конечно. Она да, уже да. Подружкам, да, наверное, тоже всем своим? Все уже подружки, с кем она живет, они живут в одной квартире, у каждого своя комната, все подружки уже знают, что такое масла, как ими пользоваться, она уже ведет свою пропаганду. Она просто делится, она просто говорит о том, как она использует, и все начинают пользоваться вместе с ней. Да. Девчонки, привет, хотела поделиться. Я сегодня уже в Эльмире рассказывала, что, участвовала тоже в вебинаре, что я сейчас не в Бельгии, вот взяла, перелетела и взяла вместо вещей, грубо говоря, там шорт, футболка, и сейчас весь остальной чемодан на ручной кладе, это масла, пробники, игра с маслами, БАДы. Сейчас вот погуляли с ребенком, сходили на пляж, и я вот уже несколько мешочков таких с пробничками раздала, познакомилась с людьми, то есть это постоянное контактирование. И, в принципе, не всегда ноутбук с собой, но телефон с собой, чаты с собой. Всегда ты обмениваешься информацией, и мне, в общем-то, не нужен офис. Я захотела, перелетела сейчас вот на острове, потом опять в Бельгию вернусь. И это просто такой кайф, такая свобода. Это свобода, конечно. Да. А знаете еще, наши планерки проходят в разных местах. У нас, допустим, одна планерка была в бассейне. А мы собрались все в бассейне, обсудили наши планы действия, а выпили по стаканчику шампанского, обменялись маслами, пригласили туда новичков, и у нас пополнилась наша команда, и плюс мы еще провели очень круто время. То есть планерки у нас проходят вот в таком тоже формате.
Это круто.